пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Уже сутки на российских новостных порталах все обсуждают громкое заявление Аллы Пугачевой, которое в сеть слил один из друзей звезды. «Если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь», якобы высказалась Примадонна. Журналист Антон Красовский, услышав о цитате певицы, решил ответить звезде в своем телеграм-канале, припомнив ей любопытный факт из биографии. «Главное, Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал», написал мужчина на странице. Стоит сказать, что поклонники ничего не знают про финансовые потери артистки, но нельзя отрицать тот факт, что пресса уже давно поговаривает о зависимости Пугачевой к азартным играм. «Примадонна страдает лудоманией», гласят заголовки некоторых статей на просторах интернета. По слухам, раньше Алла Борисовна оставляла огромные суммы денег в казино, и вытащить ее оттуда не удавалось даже приближенным. Однако сейчас у пользователей сети возникла другая версия бедственного положения главной иконы эстрады. Политическая ситуация, что тут непонятного. На них с Галкиным сейчас вся страна против встала. Живут за рубежом уже 3 месяца. Даже им тяжело, мне кажется. Комментарии из социальных сетей. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.